запуском CD1 – одно из главных событий минувшей недели. Масштабный проект связал область и столицу. Теперь добираться до Москвы будет проще и дешевле. Не все пока идеально, но это рабочая ситуация. Проект очень масштабный, поэтому требуется какое-то время на отработку всех служб для того, чтобы все было идеально. Наметилась положительная динамика в работе системы «Добродел», но и она пока далека от идеала. Что касается «Добродела», то общую ситуацию за последние месяцы нам удалось улучшить. И сегодня мы вновь пройдем по всем проблемным категориям и адресно рассмотрим конкретные обращения жителей. В регионе началось внедрение мобильного приложения проверки Подмосковья. Дворники получают задания и фотографии с объектами, которые необходимо убрать, и незамедлительно приступают к работе. На всех этапах обязательно фотофиксация. Те жители, которые видят наших дворников, которые фотографируют тротуары, дворы, детские площадки, себя на этих площадках, это не какой-то флешмоб, это идет тестирование и обучение наших дворников работать в этой программе. Пока исполнение заданий колеблется на уровне 40%. От общего объема руководитель муниципалитета поставил задачу довести эту цифру до максимального значения. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».